Тема сегодняшней лекции – идеология. Прежде чем начать задавать лекцию, хочу спросить у вас, знаете ли, что такое идея? Идея – это устоявшаяся мысль. Что это? Устоявшаяся мысль. Это на полку ставилось, пол коричневый, а то, что ставится от того, что это наверху здесь. Но это все идея, что погода сегодня не солнечная, это идея. Нет, это не идея. Что-то за какая-то идея. Мысли, приходящие в ответ. Мысли? Это мысли. Мысли, которые что? Ну, идея – это мысль, это правильно. Какая? Ну, не всякая мысль – идея, правда? Да. Вот уже мы некоторые мысли формулировали, да? Чтобы сидеть сегодня не завтра. Вот это мысль? Да. А о чем идея? Никакой идеи нету. Ну, не завтра, но не завтра. Ну, иди подавтрак и что-то. Победа. То есть нет идеи, а их мыслей много. Это мысль. А вот идеи на самом деле не так много. Правда? Направленное на достижение чего-то. Направленное? На достижение чего-то. На достижение чего-то. Да, вот это хорошая уже мысль. Это хорошее понимание. Мысль направлена на достижение чего-то. То есть мысль, которая побуждает к действию. Да, да. Мысль, побуждающая к действию, направленная на достижение какой-то цели. Мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Если у вас просто если мы пойдем к этой цели, а никакого пути к этой цели у вас нету, то это тоже не идея, правда? Давайте перелетим это в 30-е царство, в 39-е государство. Цель есть, если дороги туда не идут. То есть идея, можно говорить тогда о мысли, когда она не только указывает цель деятельности какой-нибудь, но и пути к ее достижение. У нас есть идея, что сделать, чтобы попасть вот туда. А если у меня просто есть идея попасть на Марс, ну, идея, конечно, хорошая у вас. А у меня у вас есть идея попасть на Плутон, а у вас на Нептун. Да? Вот мы обменялись идеями, ну и с чем вы остались, то есть, если нет. А вот идея, как идея отправить на Луну, уже сейчас идея, потому что мы уже имеем интересные доставки. И идея, скажем, исследовать Марс, она подкрепляется тем, что сейчас, значит, космический аппарат, который создан, значит, в России совместно с Европейским космическим агентством, двигается к Марсу. В октябре будет корректировка траектории. Потом блок, который создан в России, будет вращаться как спутник вокруг Марса. А другой блок будет спущен. И примерно одни сутки проработает, потому что там предусмотрен не солнечная батарея, а батарея аккумуляторная проработает и по массу передаст о том, что имеет место на поверхности Марса. Вот сейчас. То есть это действительно идея запустить такой аппарат. Ну и отрывочно вот вы можете получить как рекламный ответ под названием «Есть идея, есть идея». В чем идея? Ну, в чем там идея? В идее. В том, что вы пришли в идею, купили у них что-нибудь, обеспечили, вы дополнительный прибыль. И все. Вот и вся идея. Идея тут есть, но не очень светлая. Так подают, красиво подают, идея простая, как гости. Так. Ну вот мы знаем, что такое идея. А, значит, до этого мы с вами разбирали вопрос о классу борьбе, правильно? А значит, противоположные классы ставят себе противоположные цели и, соответственно, противоположные идеи по достижению этих целей у них возникают, правильно? То есть идеи, которые отражают интерес одного класса, а есть идеи, которые отражают интерес другого класса. И если класс отличается по положению, а у нас в нашу эпоху какие у нас три класса имеются, отличающиеся по положению класс? Буржуазия какие? Это буржуазия раз, рабочий класс два, и мелкая буржуазия три.
Причем положение двух классов противоположно. Рабочего класса и буржуазии, а мелкой буржуазии наоборот. Она как бы промежуточный класс, она разлагается на рабочий класс и на буржуазию. И поэтому у нее и эта цель, и та цель. Вот если я мелкий буржуаз, я должен стремиться стать настоящим буржуазом. Да, стать настоящим предпринимателем, стать капиталистом. Жить за счет чужого труда, уйти от своего труда, от нищеты и так далее. Вот она идея. А вторая идея какая? Если я трудящийся, значит я протестую против всякого угнетения трудящегося народа. Почему? Потому что каждый мелкий буржуа – это трудящийся. Элемент трудящий, работающий на рынок. Он же сам работает свои труды. Поэтому он естественный союзник. Союзник. Ряд вопросов трудящегося класса, рабочего класса. Поэтому у него и такие идеи возникают. Поэтому если мы начнем разбираться с вопросом об идеях, с тех идей, которые рождаются у мелкой буржуазии, то мы тут попадем в такую ситуацию кашеобразную. Потому что там присутствуют и одни идеи, и другие идеи. И идеи рабочего класса, и идеи буржуазии. Можно пойти по этому по-другому пути и сказать, что буржуазные идеи – это те, которые выражают интересы буржуазии. Пролетарские идеи или идеи рабочего класса – это те идеи, которые выражают, которые интересы рабочего класса. А кто вырабатывает идеи? Представители этих слоев классов. И вы думаете, что пролетарские идеи вырабатывают рабочие? Рабочие, задавленные, так сказать, тяжелым трудом, не имеющие свободного времени, могут выработать научные идеи, которые позволяют им коренным образом изменить жизнь. Могут? А потом как вы себе представляете этих самых буржуазию, а так она здорово свои идеи вырабатывает сама, которые заняты там, скажем, озабочены производством прибавочной стоимости и особенно еды. Поэтому на самом деле есть специальные люди, есть специальные слова, которые называются как? Интеллигенция. Интеллигенция – это что такое? Носители знания. Вот мы с вами приближаем к одному и тому же слову, только разница в чем, что я являюсь интеллигентным, так сказать, в завершенном состоянии, а вы являетесь интеллигентными установлениями, правильно? А кто такие интеллигенты? Это носители знаний. И одни интеллигенты могут выразить интересы одного класса и служить ему, да? А другие интеллигенты выражают интересы другого класса и служить ему. И для того, чтобы вырабатывать идеи, нужны как раз люди, которые обладают знанием, потому что идеи вырабатываются теоретически, а теорией занимаются интеллигенты. И вот такого какого-то закона, что вот интеллигенция, будучи буржуазной, вся стоит на позиции буржуазии, такого закона нет. Почему? Ну, потому что если интеллигенция носители знания, значит они оценивают положение одного класса и другого класса. И хорошо понимаю, если это просвещенные люди, действительно, то является носителем прогресса. В разную эпоху разные классы являются носителем прогресса. Вот вначале владельцы общества, владельцы были носителем прогресса? Вначале владельцы общества были. Ну как, они создали города, они создали, построили государственные государства, владельцы, они создали право, римское право до сих пор изучается, так? Они организовали труд рабов, с помощью которого создали замечательные произведения, которые сейчас еще можно наблюдать. Можете поехать и посмотреть, какие сооружения были сделаны в Греции, например. Замечательные. Какие сооружения, вот так, допустим, храм Парфенона, посмотреть
где проходили форумы, где обсуждения происходили по этим вопросам. А вот обработка сформирована мирима. Ну, это кто организовал это строительство? То есть буржуазия имела такую функцию? Ну, простите, рабовладельцы имели такую функцию созидательную? Организовывать труд? Труд организовывать. Кто организовывал? Кто все это сделал? То есть, если когда рабовладельщик строил был восходящим, соответственно, и класс был разный, был еще прогрессивным. Но потом уже рабовладельцы стали передавать один за другим все свои функции рабам, вплоть до интеллектуальных функций некоторых, да? И уже получилось, что они оставили себе поспехово потребление и прогибали роскошь и безделье. И это одна из причин, почему рабовладение мало. Правильно? Теперь класс дворянства. На ранних этапах существования тогда появились централизованные государства, мощные централизованные государства. Знаете, из раздробленной России возникло мощное российское государство при Петре Первом. Построен прекрасный город, столица, куда он был построен. Самые красивые здания и сооружения в наше время, в советское время, в ужасное время или феодальное время. Самые красивые здания в Санкт-Петербурге. В какое? Феодальное время? В советское или в ужасное? Феодальное. Ну, факт, мы должны констатировать. А почему феодальное? Потому что вот феодальное время не торгашеское было, не за деньгами, не деньги были богатством, а вот для каких-то лет. Красота – это было, ну, таким образом, не главным классом, да, для федерального класса. А буржуазии плевать эту красоту. Посмотрите, сейчас такие техничные настроены были заводы. И на них работали много людей, приводили прибыль. Вот и хорошо. Что осталось от того времени? Что из того времени буржуазного мозга? Знаете, в советское время какие-то вещи были построены. Вот вы посмотрите, например, в московские районы, видите, там здание со шпилем, красивые, там, гостиница России. Там много интересных зданий. На той же самой Светлановской площади я вот живу на втором Бурлинском проспекте, там есть дом первый стоит, который сделан из таких материалов, которые много лет, я с 67-го года там живу. Ничего не делается, он даже не темнее. И пыль к ним не представит, потому что, как известно, есть материалы, которые отталкивают грязь. А есть материалы, которые вы притягивают. Вот Невский, дома на Невском все время красят какой-то краской, которая притягивает грязь. Сегодня покрасят, через год они опять-таки грязные все. Там все, как будто его построили сейчас, вот сейчас. Это надо было найти же эти материалы. Или там, если вы помните, в это время в советской были такие плитки большие. Чего они большие? Ну, я не могу здесь гарантировать, что именно этим они руководствовались, но не могу не заметить, что если плитка большая, то у вас вот кирпичи, расположение плитки маленькие, и она держится на, не на одном кирпиче, не на двух, она держится в том числе и на растворе, многих, как и соединение кирпичей. И они прочно стоят. А вы пойдите, вот у нас в разных районах есть гостиницы построили. Все время с них облетает этот мелкий кирпичный плитка. И некачественный кирпич. Я думаю, что при первом бы пушки бы прикрепили на цепи и стреляли бы, пока я не разорвал. Так проверяется. Те, которые делают эти груши, они не видели, вот сейчас вот на дороге делают такие кирпичики при переходе к ручному труду. Уже асфальт приделал. Нет, вот сейчас кирпичик. А эти кирпичики в них прямо не положим в необходимом количестве цемент. Поэтому они рассыпаются, и особенно вот девушки по каблуке, они рисуют там ногу сломать. Причем я прямо напротив Смольного, были на вот этой дороге к Смольному, которая улица Воинова, а сейчас Полярная. Вот, так что, когда мы рассматриваем вклад того или иного класса вот, в развитие культуры, мы должны понимать, что вот он, этот класс, у него были идеи, ну, город построить. Здесь будет город заложен. Это идея была бы, да? Да. Но эту идею надо реализовать.
Надо было еще защитить этот город. Еще одна идея. Вы знаете, что эти форты, которые вдоль идут, поперек залива, его пересекают до Кронштадта и от Кронштадта дальше на юг. Это все форты рукотворные. Это нужно было привезти камень в Луны и сделать форты, сделать волноломы, поставить на них бурки. А между этими фортами подводные стены. Ну вот между первым и вторым фортом, сколько я там был, и плавал там с валангом, а я видел, как устроена стена. Стена глубина камня. Там мы ловили на этой вот стене как раз охуни. Стена высотой 8 метров. Высота до поверхности 10 метров. Ну это мы знали, потому что мы устанавливали проблемы и значит, насаживали человека и отмеряли, соответственно, вес. 10 метров. Но на стеной 2 метра ни один корабль большой не пройдет. То есть между этими фортами подводные стены. Вот, значит, примерно метра два, и дальше так вот на скос. Из вот таких холодов. Поэтому никто никогда уже не мог после Петровского времени не мог никак напасть с моря на Петербург, Петроград, Ленинград. И поэтому, скажем, все пушки, которые у нас были в войну на кораблях, они использовались просто как артиллерийские установки. Дальнобойные. А такой проблема, что у нас немцы придут и захватят с моря, просто не существует. У меня один корабль не пройдет, кроме как через морской канал, их два, большой морской канал к югу от Кронштадта и малый морской канал. Сейчас над малым морским каналом сделан мост, чтобы корабли свободно проходили, а под большим каналом сделан тоннель. И через 20 минут пути по данным вы выходите на берег, уже по Манусове. Но это современное сооружение там было. А форты – это сооружение Петровской эпохи. Вот они сейчас проводятся прямо. Причем они примерно вот, эту цепочку, как раз вдоль этой цепочки фортов идут. Это все, а как это можно было? Это, наверное, зимой надо было, это все эти камни на лед. Складывать их, чтобы потом они туда-то свалились, как работать его. То есть это огромная работа. Из кораблей можно было это дело скидывать сюда в нужное место. Эта огромная работа производилась огромными тысячами людей. И надо было это все было организовать. А вот эти здания, которые мы имеем, такие как Зимний дворец, как Смольный собор, или как Александрийский дворец и другие. Кстати, собор. А? Собор. Что? Вы говорили, с ним дворец и собор, кстати. Собор, Смольный собор. Нет, и Павел Исаакиевский. А? Исаакиевский. Исаакиевский собор. Да, да. И Смольный собор. Ну да. Собор, а не дворец. Дворец, ну, а мне дворец есть. Смольный монастырь. Вот, а... И есть просто так, мы называем Смольный, это там, где живут монастырь. Это тоже красивое творение с соответствующими памятниками рядом. Поэтому, когда мы берем какую-то экспертизу, мы видим, что разные классы реализуют свои идеи, они отражают вообще свое положение, свои интересы. Если бы Бурразия знала, если бы ей какие-то заработки деньги получить, то она не очень заботилась по соседям. Это вот красивые знания, которые в разное время построены, надо висеть, пожалуйста, я его не играю. Петрограде. Что построено, такого красивого в разное время. Ну, заводы построены, да. Особенно фабрики, заводы. Ну, однообразно, кирпичные, красные кирпичные. Типа русские деньги. Кутиевский завод построен, да? Там Балтийский завод, ну и прочее. А какие здания сооружения, может быть, вот в ужасную эпоху построены какие-то красивые здания. Неплохие, да, есть здания, но они, конечно, не уступают тем, которые были тогда не эпоху построены.
меня есть свои идеи, есть интеллигенты, которые служат одному классу, есть интеллигенты, которые служат другому классу. Есть интеллигенты, которые выражают позицию мелкого радио, как у мелкого радио каша в интересах, а у интеллигентов, которые выражают позицию мелкого радио каша, да. Поэтому, когда мы говорим про интеллигенты, что у меня тут разные позиции, потому что мы за тех, за этих. Ну вот, скажем, если вы возьмете позицию, скажем, современной КПР, какого класса эта партия? С одной стороны, она за трудящихся, да? И выражает целый ряд идей, которые выражают интересы рабочего класса. С другой стороны, за мелкий бизнес. Если я за мелкий бизнес, то я же не могу быть так, что я за мелкий бизнес, так я понимаю, что бизнес это превратится в мелкий, во что должен превратиться в бизнес. Ну, крупный, то есть, значит, выражает интересы буржуазии. Поэтому она и за то, и за это. И поэтому такая кашеобразная ситуация. Тот вдруг на знамени, как я говорю, было написано «Народной власти». «Народная власть» это в хрущевский период было главным извращением идей и интересов рабочего класса, что вместо диктатуры пролетариата выдвигалась идея народной власти. Как это бывает народное государство. Бывает народное государство? Мы с вами уже изучали. Государство – это что? Машины насилия, проведение политики какого-то определенного класса. Правильно? Поэтому Энгельс еще говорил, что нельзя соединять слово «народ» со словом «государство». Если государство уже народное, то оно уже не государство, а просто это организация общественного самоуправления. А пока оно государство, оно не народное, оно всегда предоставлено какого-то класса. Организация для защиты его интересов. Вот такая получается картина. Сколько получается, так вот, система идей, которая выражает интересы какого-то класса, называется его идеологией. Система идей, которая выражает интересы какого-то класса, называется его идеологией. Система идей, выражающая интересы класса, называется его идеологией. Значит, система идей, которая выражает интересы буржуазии, это буржуазная идеология. Система идей, которая выражает интересы рабочего класса, это пролетарская идеология. Вот у Ленина в Великом Почине, в работе «Что делать?» говорится о том, что есть пролетарская, буржуазная идеология и третья идеология не выражала человечества. А как насчет мелкой буржуазии? Нет такой идеологии, просто буржуазия, у нее смесь идей буржуазных и пролетарских. У нее нет системы идеологии, которую выражала бы ее, она не противоречила противоположной позиции. Противоположные идеи и туда, и в ту сторону, и прямо противоположные. Поэтому и действует так мелкая буржуазия. То есть вот мелкая буржуазия, часть ее поддерживала в период революции рабочий класс, а сейчас поддерживала буржуазию и даже помещиков. Так? Так. Вот если взять историю гражданской войны, значит, она в чем состоит? Что поначалу, поскольку переход вообще, переворот политически произошел в столице мирно, то есть он был вооруженный, но мирный. Никаких боев не было в Петрограде, правда? А какие могли быть бои, когда петроградский гарнизон был большевистским? Если он петроградский гарнизон, то бы с ним воевать. Как можно воевать с петроградским гарнизоном? Теперь были отряды Красной партии рабочей, вооруженные. Что было на стороне временного правительства? Женский батальон и юнкера. Можно вообще сравнить эти величины? Не сравнимы величины, поэтому никакой битвы в Петрограде в 17 году в октябре не происходило. Ну, пришли люди вооруженные, заняли Зимний дворец и объявили временному правительству, что оно не сложное.
и арестовали его. И в некоторое время их, так сказать, записали и выпустили. Причем некоторых сторонников временного правительства отпустили под честное слово, в частности генерала Краснова. Он пообещал, что честное слово офицера, что он его не нарушит, и он не будет воевать против Советского Союза. Отпустили. Ленина, он, так сказать, пообещал, что он не будет воевать против Советского Союза. Он сразу поехал на Дон, и там стал создавать Белую гвардию. Когда появилась Белая гвардия в стране, получилось, что появилась Белая гвардия и Красная гвардия. Красная гвардия была до этого, а еще Белая гвардия появилась. Это что такое? Это добровольческие вооруженные соединения, добровольческие. Эти добровольческие соединения начали участвовать в действиях. В частности, Красной гвардии пришлось оборонять столицу от немецких войск в феврале 1918 года. Поэтому празднуем, что это 23 февраля. Это день, когда впервые Красная гвардия отразила атаки немецких войск на Петроград. И с того времени, значит, у нас это празднуется как день Красной армии, потом как день Советской армии, а теперь как день защитника Отечества одного. Как называется? Не защитников Отечества, но защитника. Папа Дорога сам. Какого Отечества? Как это тут не говорится. Точно так же, как есть день работника, день милиции был. Потом день полиции как-то не спорочен был. День работника в новом мире. Председатель лекции перезвонил. Вот. Вот получается такая история, что появились две добровольческие армии. Потом стало ясно и той, и другой армии, что без мобилизации не выйдешь. Началась мобилизация. А что такое мобилизация? Пришли красные к вам, к деревне. Так, записывайтесь в красную армию. Кто не записывался в красную армию, что? Быстрее. А? Быстрее. Ну да, все начали. Пришли белые, в соседней деревне. Значит, это вот в этом селе, все это село мобилизовано в Красной армии. В соседнее село пришли белые. Так, белые будете записываться? Да. Вот она понимает политику нашу. Ну так, вы будете белые ваши записываться? Мне в красный будет. В красный, так, вывести расстреляться. Так, вы будете белые ваши? Нет. Не будете вас вывести расстреляться, мы с вами пойдем воевать с красными. Вас расстреляем. Так вот. Ага, подумайте. Причем в разных деревнях по-разному. Причем это не тогда было, а вот интересно рассказывал мой коллега, декан экономического факультета нашего университета и участник Великой Отечественной армии Моисей Николай Андреевич, командир полка Качев, рассказывал, как у них в Черниговской области коллективизация проходила. Участник гражданской войны, красноармеец, раненый, председатель сельсовета, вот и говорит, собрался крестьян, заикался. Кто за советы, кто за колхозы, тот за советскую власть. Кто против колхозы, тот против советской власти. Кто против советской власти? Никого нет, подходи записываться в колхоз. И все добровольно записаться. Ну это вот так сказать быть. А когда шла мобилизация, это не просто быть, это не просто агитация. А мобилизация означает, что если вы идете записывать Белую армию, либо вы записываетесь. Хитрые люди, может, она записалась, сейчас убежит. А только оружие получится, оружие придет в Красную армию, а у вас уже ваши тела где-то там не лежат. Потому что вы отказались, она посхитрила, а вы говорите, надо думать. Товарищ, если вы хотели Красную армию, так надо оружие. Придешь с оружием, вас примут. А вас взяли, и так и было. Поэтому получилось так, половина крестьян туда пошла, половину забрали. Где проводили мобилизацию? Красные проводили там, где они имели силу, а белые там, где они имели силу, поэтому там они и проводили мобилизацию. Они же иногда они просто близко подходили, что буквально соседние села, в которых была мобилизация, мобилизовали людей. А дальше стал вопрос, на чьей стороне будут крестьяне. Крестьяне и там, и там.
Как устроена Красная Армия? В ней есть ядро из рабочего класса, да? Красногвардейское. И крестьяне. А как устроена Белая Армия? Есть ядро белогвардейское и крестьяне. Вот Ленин рассказывает, что происходило, когда Ленин шел в Москву. Он идет в Москву и с успехи за успехами. И успехи за успехами. Потому что большевики проводили вообще коллективизацию, простите, проводили по-заразорскому. Это по-заразорскому не сильно нравилось крестьянам, а время военное, иначе умрут люди в городах. И советская власть опять упадет. Поэтому вынуждены были отправлять отряды рабочих для того, чтобы излишки забирать. Излишки какие? По сравнению с нормами. Не по сравнению с тем, что вообще излишки рассчитали, а по сравнению с какой-то нормой установленной. Излишки забирали. Забирали и давали бумаги о том, что у вас взяты на нужды фронта. Сколько-то, сколько-то зерна. Поэтому крестьянам это не очень нравилось. Сами понимаете. Крестьяне говорят, я работал, я трудился, тут пришли люди и отправили меня. А что стал делать Деникин? А Деникин стал, по мере того, он продвигался в тех районах, где он освобождал от красных, называется, свои районы, он отнимал землю обратно у крестьян, а большевики же разделили землю по едокам. И реализовали этот колоссальный интерес крестьян, которые за это бились очень долго, национализировали землю и разделили ее по едокам. Отнимал эту землю и вешал крестьян, которые начали ее обрабатывать, и возвращал помещикам. И по мере продвижения Деникина к Москве все меньше и меньше поддержкой пользовалась его деятельность. И сопротивление стало уже никакого энтузиазма уже крестьяне, которые были в Белой гвардии, не проявляли. Значит, вы понимаете, что вы воюете за какое дело? Да? Воюете вместе с Деникиным за то, что отобрать вы крестьян, вот вы воюете, вы меня, вот у вас уже нет, она есть. Если вы в Белой армии остались, то вы воюете за дело против крестьян. И крестьяне стали плохо воевать, перебегаясь в Красную армию, а Красная армия, состоявшая крестьян, стала, как говорится, воевать не из-под палки, она же мобилизована, только по принуждению, записано в Красной армии. А раз по принуждению, а воевать она может и по принуждению, и мы не по принуждению. Красная армия перестала воевать по принуждению. Говорит, мы не любим этих большевиков, но большевики лучше, чем Деникин, потому что Деникин отнимает землю, а большевики землю дают. И Красная армия стала громить Белую, и все покатилось, весь фронт покатился назад, и докатился до моря, злодейцы села на корабли, много народу потонуло, потому что все не помещались, и отправились в эмиграцию. На этом гражданская война завершилась. Мы сейчас другие фронты не смотрим, там был Врангель, был Колчак, да? И тогда было много общего. Но общее приняло такая, что поскольку белогвардейцы восстанавливали помещичью власть, и отнимали у крестьян землю, и эта политика не могла пользоваться. Эта идея не могла пользоваться успехом у крестьян, и крестьяне стали воевать против этого. И в итоге в гражданскую войну белые проиграли. Что касается командного состава царской армии бывшей, тоже интересная была картина. Часть, ну, после того, как образовалась Красная армия, а царская армия, то есть она осталась, то есть, но постепенно расходилась, и вроде бы и не стало. Большевики стали приглашать в Красную армию генералитет, специалистов военных. Причем для этого специально выработали такую позицию, что у нас, у большевиков, порт максимум, 500 рублей, остальное партийную кассу. Никто не может получить больше времени, не может получить больше, чем 500 рублей, чтобы не было старого разложения аппарата, чтобы не было казнокрадов, чтобы не было карьеристов в государственном аппарате, поэтому порт максимум. А что касается специалистов, Ленин говорит, мы должны отступить от принципов Парижской коммуны и платить им прежнюю зарплату в сотку, как буржуазным специалистам. То есть вот стоял уже этот генерал, там, делал зарыбалки и продавал, ну, и он, и нечего было есть, но привалили в Красную армию,
Надо дать команду еще соответствующим аккуратно. И генерал, я думаю, что они так рассуждали. Мы, конечно, не за большинство. Но Антанта поддерживает Белую гвардию, Белая гвардия поддерживает Антанту, а это правительство, мы его любим, третье, но оно же наше отечественное правительство. А мы всегда служили российскому правительству, и будем служить российскому, не пойдем. И самые высокие кадры, на самом деле приписанные кадры офицерства, пошли большевикам, в Красную армию, служить. Вот там двое, в том числе и комиссар. А более мелкие по значению и по квалификации пошли большевикам. Вот есть такая книга Бушкова, называется «Красный монарх», номер 2010, посвященный Сталину. «Красный монарх» ледяной толпы. Он, Бушков, представитель, так, можно сказать, такой буржуазной ветви, который в идеологии, который не считает вообще Сталина коммунистом, считает, что это просто государственное, что это вот существует царь красный. И вот он поэтому и назвал книгу «Красный монарх». И вот в этой книге он разоблачает всякие там анекдоты и всякие россказни про Сталина, нелепые, которые там были, вроде того, что он агент Савской охранки, или как там объясняли, что Овсеенко, Антон Овсеенко был, который ходил, или я уже постоянно сын того Антона Овсеенко, который был первоначально правительстве, что вот Сталин был агент Савской охранки, чтобы его не заметили, он участвовал, сделал доклад о правом восстании, участвовал в центре организации правого восстания, который в партийном центре. Он был генеральным секретарем и нарком НАС, и нарком Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции. Он создал социализм, он же потом создал и участвовал в создании атомной бомбы и ракетного щита как Советского Союза. Но Антон Овсеенко все равно распознал, что он один царской танки. Во всем том, все дело было как крестец. Вот такая была их лодка. Довольно смешная, потому что, ну, конечно, ничего за этим никаких документов не было, но вот такая. Такой мол. Я этого Антона Овсеенко видел лично. В доме под просвещением выступал и говорил, у меня такой метод, я, значит, тут и факты, и аргументы, и анекдоты, и сплетни, и все. Это метод у меня такой. Изложение истории. Значит, что у нас получается? Сколько существует идеологии в классовом обществе? Много. Сколько классов, столько и... В разном обществе сколько существует идеологии? Одна. Буржуазная. На самом деле нет. А? Ну, я тут больше. Ну, как бы одна. Ну, буржуазное общество не фальши, что все буржуа и не буржуазные дела. Сколько идеологий существует? Ну, три. Две. Почему три? Вот мы с вами говорили о том, что у мелкой буржуазии не имеет своей системы идеологии. Но у них же все равно какая-то идеология вот есть. Вот у них такая смешанная у них идеология. У них нет такой своей идеологии. Почему у них нет своей? Потому что класс не самостоятельный. То в чистом буржуазном обществе весь только буржуазии, как в чистом, да? Они, так сказать, временно существуют. С одной стороны, оно все время рождается, кто-то пытается начать какое-то новое дело такое самостоятельное. А с другой стороны, все время разлагается. На пролетариате буржуазии. Кто-то вышел в люди, стал настоящим хозяином, а остальные упали в эти пролетариаты. Поэтому две существуют в буржуазном обществе, две идеологии и третья идеология не выработана человечества. Что касается переходного периода капитализма к коммунизму, или первой фазы коммунизма, когда еще полностью классы не уничтожены, то никаких новых классов не появляется. Есть рабочий класс, который свою задачу не решил, перейдя к социализму, правда? У него какая задача? Полностью уничтожить класс.
полностью уничтожить социальное неравенство. Вот его идея главного, выражающего интересы рабочих, классов и лицов, полного уничтожения класса. Поэтому он выражает интересы всех трудящих, потому что рабочий класс не может улучшить свое положение, не улучшив положение крестьянства, а иначе он будет не наполнен, не будет, если продовольствие в городах, так сказать, он не реализовывает свои интересы. Он должен улучшить положение интеллигенции, потому что если он хочет, для того, чтобы у него были образованные дети, чтобы дети его были здоровы, он сам был здоров, и его семья была здорова. Что для этого нужно? Чтобы медики, соответственно, существовали. И все отмечают, и все знают, это факт, что в советское время медицина была поставлена лучше, и образование было поставлено лучше, чем сейчас. И в страшном сне мы не придумали взять и укоротить образование вместо 5-летнего специального, который дает специалист, взять, отрезать 1 год и сказать, выходи. Без дипломной работы. Просто вам профессиональная работа будет, и все. Так что, говорят, у нас, так сказать, некое падение образования. Или у нас уже было среднее образование, обязательное обучение, а сейчас? Школа. Основное среднее. А что такое? Основное среднее. А что еще основное? Значит, человек опять не доделал, не говорит, что это обязательно. А дальше не обязательно. С чем это связано? С какими-то отдельными людьми или с положением класса? Или как с положением класса? Рабочий класс в основном положении, если он не может решить эту задачу, если он не будет... Вот он очень нуждается в образовании, потому что он не хватает образования. А если я представляю разные классы, у меня уже есть образование, вам зачем? Для того, чтобы вы будете тоже образованные, будете мне что-то отнимать потом. Зачем вам образование? И потом будете думать, как концентрироваться на то, чем я это говорю. Да. Так что вполне понятно, что другие классы таким свойством не обладают. Интеллигенция. Но она прекрасно может жить прикрывающая, если она будет руководить. Пусть интеллигенция меньше, чем рабочих и крестьян, пусть рабочие и крестьяне на ней работают, она будет хорошо. Но она не совсем не имеет такого интереса, но не создает класс. Правильно? Крестьянство. Оно пускай повышает цену на продовольствие, и оно будет жить хорошо, а в городах будет голод. Поэтому мы сейчас говорим не о том, что у владельца человека есть. Мы сейчас говорим о том, что он по своему положению объективно, в чем он заинтересован. Значит, получается, что единственным классом, который последовательно заинтересован в том, чтобы улучшала жизнь всех членов общества, является рабочий класс по положению. Поэтому идеология рабочего класса наиболее последовательна и прогрессивна. И более другой такой идеологии прогрессивной нет. Элементы прогрессивной идеологии есть в каждой идеологии. Идеи прогрессивные. Мы уже говорили с вами о том, что и в феодальное время были, так сказать, очень интересные вещи сделаны, да? Скажем, очень много сделано для развития производства, буржуазии, правильно? Поэтому технические идеи. А если мы вообще возьмем область математики, то есть математика занимается такими вопросами, где угасают все эти интересы экономические. Ленин даже по этому поводу писал, что если бы математические теоремы затрагивали интересы класса, по ним бы была бесконечная дискуссия. Но по ним бесконечная дискуссия не ведется, потому что они интересы класса не затрагивают. Да? Какому бы классу принадлежить, это не важно для решения вопроса о том, вот, действует ли теорема Пифагора или нет, что сумма квадрата кальция равна квадрату гипотенузы. И это не зависит от экономических интересов. Соответственно, и законы физики, те законы, которые разрабатывает физика, там, химия и так далее. Техника. Поэтому здесь тоже не должно быть вульгаризма, что вот если это бурганное дело, то там бурганное ученое ничего не может создать. Очень много может создать. Но он ограничен в том плане, что касается устройства общества, конечно, в этом отношении вот, можно найти в произведениях Маркса, Энгельса, Ленина, высказывания такого рода, особенно у Маркса, что это бурганизм социально тупая, Чварливый и так далее. Почему социально бывает? Потому что он человек может быть умным, но его интересы таковы, что они заставляют его думать о своем личном обогащении, а не развитии всего общества. Или наоборот, почему я должен думать о вашем развитии, когда я еще недостаточно развит?
Почему я должен думать о том, чтобы купить вам квартиру, вместо того, чтобы купить себе еще остров? Остров я ищу. У меня всего-то три острова, ну и четвертый. Мне тяжело. А вы приходите, дайте мне этот автомобиль. Ну, вы вам помогаете. Видите, работаете, будете как я. И какую идеологию проводят в городе и что? Вот если у вас нет завода, то что значит? Где работаете? Вы не успешные. А вы? У вас тоже нет завода? Ну вот. Это значит что? Значит, вы сами виноваты. А вот Абрамович есть. А как они получили то, что они имеют? Ну, вы, наверное, знаете, как происходит первоначальное физическое накопление. Всегда путем какой-нибудь пробежал. Всегда. Поэтому даже официально считается, что вот у нас объявлена такая вот амнистия, когда он происходит. Назад 5 лет. 5 лет назад. Откуда вы это взяли? Вот в течение 5 лет, с 11 по 16, все будет проверять. Чтобы тут комара нас не подтащил. А вот 10, 9 и дальше это не полный. Все. Амнистия, капитал. А капитал? И это что такое? Это средство производства, это вот самая растающая стоимость. Почему мы этот самый капитал брать можно амнистировать? Амнистия – это освобождение от ответственности уголовной по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть вы преступление совершили, но от ответственности вас мы освобождаем. Как это бывает по великим праздникам, в связи с смертью какого-то государственного деятеля, объявили амнистию, преступники выходят на свободу. Из тюрьмы выходят на свободу. Это что такое? Это освобождение от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам. А дела, вот если были, уже в суде было, вы же доказали, что он жулик и что он украл. Ну вот если хотите амнистию всем, кому до 7 лет. Все, если вам до 7 лет светило, до свидания. Выпускает и выходит. Такой есть фильм «Холодное лето» 1953 года. То есть в 1953 году объявили амнистию в связи со смертью Сталина. Много появилось жуликов, которых надо снова было ловить и потом их засунуть обратно в тюрьму, потому что они начали новые преступления. Если взять скопом и освободить. Так вот, 5 лет назад, и не спрашивайте, откуда вот деньги. А вам вот этот вот ректор, 5-летний, он расскажет, как они добросовестно использовали этот капитал, развивали свое производство, получали прибыль, вот и все, и поэтому вот таким богатством. А у вас их нету. Надо было вовремя понимать, когда разделяли общественное достояние, и сразу схватить большой кусок, а у них распахли были. Вот и виноваты теперь. Будем мучиться всю жизнь. И корабля у вас нету, и самолет у вас нет личного. Придется так вам. На поприще тогда научного труда развиваться. Итог какой он получился, что есть в разном вообще две идеологии. В современном мире вообще существует две идеологии. В том мире, который сейчас есть, это мир эпохи перехода от капитализма к коммунизму. Мир империализма и пролетарской революции. Но в этом мире имеются две идеологии. Буржуазная и пролетарская. И третья идеология не выработала человечество. Нет у третьей никакой идеологии. Поэтому, когда вы что-нибудь читаете, когда что-то слушаете, вы должны различать, какие идеи о том, что вы прочитали и послушали, являются буржуазными, а какими являются, какие являются пролетарами. Никто заявлять вам, а объявлять это не будет. Вы говорите, хорошо бы это сделать. Или надо вот это делать. Или мы пришли к выводу. То есть вот, классовый анализ состоит в том, чтобы рассматривать и в сфере идеологии борьбу классовую. Она продолжается, классовая борьба в сфере идеологии. Но если есть вообще классовая борьба, то она, прежде всего, и ведется в сфере идеологии.
Правда, некоторые товарищи изображают классовую борьбу в сфере идеологии, там, как будто нам прямо война. Говорят, у нас целая война идей идет. Ну, раз война идей, то если я пишущий или говорящий, я, значит, прямо так напротив, и вы напротив. То вы молодые солдаты, а я, значит, как бы офицер, мы с вами воюем, или не против. Ну, это некий образ, то есть он такой, когда люди сами себе делают комплименты. Потому что вот что такое война, вот вы, наверное, звонили, наверное, выяснили, что такое война. Сейчас скажете. Не скажете ли нам? Это не новое для вас слово, правильно? Ну, это противостояние сторон с различными взглядами. Противостояние, да? Сторон. Посмотрите, мы с вами противостояние. Мы стороны против. Я это вот у вас. И у нас нет противостояния, потому что я стою, вы сидите, а противостояние будет противостояние с тобой. Сравнительно у нас взгляды, что же различается? Не все же у нас совпадает. Ну да. Ну вот и это что у нас война с вами, что ли? Ну, война не только же вооруженная. А? Война же не только вооруженная, может быть. Откуда вы это начинаете? У вас как определяется определение войны, тогда мы решим? Конфликт. А? Конфликт. Не понял. Конфликт. Конфликт? Ну что, конфликт, я говорю, ну, конфликтуем, я с вами поссорился, и что? Почему это война? Это ссора. Конфликт – это ссора. Вооруженный конфликт. А? Вооруженный конфликт. Видите, как вы не последний солдат. Это... Ну да. Вооруженный конфликт. Хорошо. Тогда я бандит, и вы бандитской группы. У нас стрелка с вами. Это вооруженный конфликт? Да. Стрелка, вы слышали такое понятие? Приходится сталкиваться с разными банками. И начинается разговор. Почему бы нам это способно? Достается свеча оружие. И начинаем. Напомню. Иногда их ловят, когда время попасть. Это наша уродовская. Иногда их никто не ловит. Они друг друга постреляют и отойдутся. Меньше их сами ходят. То есть не всякий вооруженный конфликт – это война. У нас таких вооруженных конфликтов сколько угодно происходит постоянно. Чего вы не слышали? Что это война все? Массовый. Что? Массовый вооруженный конфликт. Не понял. Массовый. Массовый вооруженный конфликт. Ну, тогда я говорю все. Это массовый вооруженный конфликт. Ладно, скажите вы нам сами лучше. А? Вы нам лучше сами скажите. Скажу. Скажу. Война это... Вооруженная борьба. Классов, нации или государства. Война – это вооруженная борьба. Классов, нации или государства. Вот посмотрите, какое это хорошее определение. Если это вооруженная борьба классов, это какая война? Гражданство. Если это нации, это национальные войны, да? Национальные освободители или просто национальные войны. Вот скажем, одна нация против другой нации воюет. И это национальные войны. Вот национальные освободительные войны, это одна из разновидностей. Скажем, Индия воевала против английского владычества. Ну и все колонии, которые освобождались, они вели так дружно, что они были. Теперь дальше. А государство, когда ведут вооруженную борьбу? Государство. Это война, в обычном смысле, межгосударственная. А вот то, что относится к сфере идеологии, не война, а идеологическая борьба. И не надо идеологическую борьбу выставлять как войну. Это, как говорится, товарищи хотят, чтобы им давали, наверное, пайки, как красноармейцы. И, наверное, вина. Одни люди погибают на поле боя, а другие стоят у микрофонов или пишут статейки по этому. И хотят, чтобы их оценивали так же, как тех, кто на поле боя рискует своей жизнью. Это другое дело. То есть, разве слово «борьба» – это мягкое такое слово? Классовая борьба – это мягкое слово? Или вооруженная борьба?
экзамене языков. За. Когда вы против будете бороться, вы будете за, да, чтобы получить правильную оценку, а перед этим будете бороться за то, что у вас были прочие устойчивые знания в области философии. Правильно? И это тоже борьба. Потому что это вот, полагает преодоление трудностей, изучения и так далее. Разбираться надо. То есть идеологическая борьба является формой классовой борьбы. Идеологическая борьба. А какие есть формы классовой борьбы? Давайте еще перечислим, какие бывают формы классовой борьбы, чтобы у нас место классовой, место идеологической борьбы было зафиксировано. Во-первых, есть, значит, какие бывают формы классовой борьбы? Во-первых, формы идеологической борьбы. Во-первых, это теоретическая борьба. То есть одни пишут одни книжки, а другие пишут, предположим, книжки по идейному содержанию, правильно? Представители буржуазии пишут одно, представители рабочего класса пишут другое. И это теоретическая борьба. Может быть так, класс рабочий прогрессивный, но если его идеологи написали слабую книжку, они будут проигрывать в теоретической борьбе. Так? А могут выигрывать в теоретической борьбе, скажем, Маркс и Энгельс, они вообще по положению, кто такие, по своему социальному. Маркс – буржуазный интеллигент, Энгельс – сын фабриканта, а потом фабриканта. Но они в идеологической борьбе на такой стороне стояли. Теоретическая борьба на стороне рабочего класса является идеологом рабочего класса, и, конечно, они выходили в такую теоретическую борьбу выигрывают. Какие вы произведения поставите на уровень произведений Маркса и Энгельса, которые написали бы буржуазные идеологи? Предшествующие буржуазные идеологи на уровне стояли, например, Адам Смит, Рикардо, великие, да, имена. Но именно Адам Смит и Рикардо – это те люди, на плечах которых стояли Маркс и Энгельс, правильно? Или, скажем, если мы возьмем из области философии, скажем, Гегель, он же не представитель рабочего класса, правильно? Он не вел теоретическую борьбу за интересы рабочего класса, но, овладев его методом, Маркс и Энгельс в колоссальной степени усилили свои позиции теоретические. И поэтому равных ему теоретической борьбе не было. Ленин, он освоил и то, что сделал Маркс, и то, что сделал Энгельс, и самостоятельно изучил науку логики, и в 29-м томе есть философские тетради. Он изучил соответствующую философию, и поэтому был на уровне современной науки, и поэтому он мог успешно вести теоретическую борьбу против пролетарской идеологии. И поэтому его произведение представляет собой его образец проведения представителями вождя классовой борьбы в области теории. Но это теоретическая борьба. А дальше идет борьба не только теоретическая, а вот сфера пропаганды. Пропаганда является сферой борьбы. Вот, скажем, пропаганда может выглядеть так. Вот сидят три человека, я пропагандирую среди него. А еще я могу пропагандировать среди 34. А еще среди 3334. То есть пропаганда, это от слова, распространять, пропагандирует, значит распространять. Идеологическая борьба в сфере пропаганды состоит в том, насколько широкий круг людей будет охвачен этими идеями и насколько широкий круг сможет ими овладеть. Причем пропаганда не путает с агитацией, потому что пропаганда означает внесение серьезных и крупных идей в голову представляющего класса. Причем буржуазия стремится свои буржуазные идеи распространять только среди буржуазии, она хочет распространять их среди всех, всего населения, среди всех классов, и пусть все классы за нее голосуют. И успешно это делает, правильно? Мы знаем, что идеология господствующего класса является господствующей идеологией, и буржуазия прекрасно это умеет делать, она прекрасно пропагандирует буржуазные идеи, среди, в том числе и рабочих. Рабочие в основной массе тоже голосуют за буржуазию. Есть еще
еще одна область этой эмпирической борьбы – это агитация. Вы не пользуетесь никогда агитацией с пропагандой? Не знаю, конечно. Вот сейчас иногда на телевидении выступает такой сильный журналист. У меня такая программа называется «Агитация и пропаганда». И вот такой в резкой форме выступает против буржуазных людей. Но что такое пропаганда? Пропаганда – это не просто распространение идей. Пропаганда – это призыв к немедленному действию. Простите, агитация – это призыв к немедленному действию. Например, можно распространять идею колхоза, а можно призвать к тому, чтобы люди шли в колхоз. Это уже будет что? Это будет уже агитация, потому что если вы пойдете в колхоз, это решит проблему, не только хлебную проблему, вообще социализма, спокойствия в стране, и обороны нашей страны и так далее. Призыв немедленному действию. У вас я к какому управлению могу призвать немедленному действию? Призвать к тому, что вы хорошо готовились к этому. Да, это призыв. Это же не пропаганда. Вот то, что я лекцию вам считаю, это что? Ну, это не пропаганда. Распространение идей, правда? Mm-hmm. А если я говорю, что вы готовьтесь, пожалуйста, и вас призывают, потому что вы хорошо подготовились к экзамену, призыв к немедленному действию, ну, немножко сказать, еще рановато для немедленного действия, но еще у нас впереди опыт, а там впереди один месяц остался с небольшим. Так что готовиться надо потихонечку, верно? Mm-hmm. Вот. Ну, особенно этот вот ярко будет этот призыв, озвучен тогда, когда мы закончим наши лекции. Правда, впереди никакой уже пропаганды с моей стороны не будет. А только призыв к немедленному вашему действию, чтобы подготовиться, и вы взяли тайну успешно. Вот так обстоит. Уже известно, когда будет у вас экзамен, так что мы еще раз это напомним. То есть мы различаем теоретическую борьбу, пропаганду и агитацию. Все это юридическая борьба. А еще кроме идеологической борьбы есть экономическая борьба, кроме идеологической борьбы. Есть экономическая борьба, то есть борьба за какие-то экономические цели и интересы. И тогда у нас получается, что классовая борьба включает экономическую борьбу и идеологическую борьбу. И еще у нас есть с вами, мы с вами разбирали, что такое политика. Виктор Иванович, очень коротко на этот текст. Ну, через 10 минут. Значит, а политическая борьба, мы же в уроках разбирали, что такое политика. Это классовая борьба за... За власть. За завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Правильно? Поэтому, значит, если вот это идет борьба непосредственно за завоевание, удержание и осуществление государственной власти, то это уже политическая борьба. Значит, ясное дело, что и экономическая борьба, и идеологическая борьба, они необходимы, они содействуют политической борьбе. Правильно? И политическая борьба может тогда развернуться, когда идет экономическая борьба и экономическая борьба. Если нет экономической и экономической борьбы, никакой такой успешной классовой борьбы быть не может. И это делает каждый класс, как буржуазия со своей стороны сохраняет, ведет борьбу за свои экономические интересы непосредственно в сфере экономики, это экономическая борьба. Она ведет экологическую, то есть работу, эту борьбу. Распространяет свои идеи очень широко с помощью всех средств, которые есть у нее в распоряжении. Она и призывает, делает предпочтение, ваши действия создают одно. Придите, проголосуйте за Единую Россию, Справедливую Россию и ЛДПР. Вот ваше дело. Это агитация. Правильно? Это политическая борьба, которая... А что значит состоит политическая борьба со стороны рабочего класса? Со стороны рабочего класса рабочий класс может вести экономическую борьбу,
он имеет право на добросовочную, может вести добросовочную борьбу. На базе добросовочного комитета добросовочной борьбы можно создавать советы. Эти советы могут выставлять свои, так сказать, задачи, ставить и набирать силу, в том числе, так сказать, себя охранять. И тем самым они создают предпосылки для того, чтобы осуществилась власть, была создана власть рабочего класса. Ну, так проходили события у нас в истории нашей страны. Правильно? Что сначала было? Советская власть или Совет? Советы, а потом уже советская власть. А потом что сначала было? Советы и двоевластие или советская власть сразу была? Двоевластие. Был период летом. Летом 17-го года было объединение правительства, не могло как-то закрыть это, вот эти советы, подавить, задушить их. Она пыталась, не получалось. И совет еще не окрепли настолько, чтобы разогнать это временное правительство. Верно? Mm-hmm. То есть поэтому логика вот таких революционных событий, она бывает вот так, сначала набирают силу, класс такой, то есть потом, если это речь о рабочем, то есть создание советов, потом власти, а потом советская власть. И чем сильнее рабочий класс, чем лучше он ведет идеологическую войну, тем лучше он ведет агитацию, чем лучше он ведет экономическую борьбу, чем лучше он ведет политическую борьбу, создание советов организационных в том числе, тем более, так сказать, мирным подходит сама революция образом. Поэтому мирная революция может быть, но она всегда связана с чем? Связана с тем, что вот тот класс, который хорошо, так сказать, защищает свои интересы, и получил подавляющий перевес сил в каком-то месте, может осуществить революцию. Вот. Ну, а говоря о итоге сегодняшней нашей теме, борьбе с идеологией, идеологической борьбе, что мы должны подчеркнуть, что идеологическая борьба является одной из важнейших форм классовой борьбы. Это не отдельная какая-то борьба, а классовая борьба. Это форма классовой борьбы. И что каждый класс с помощью идей своих, распространения своих идей, внедрения этих идей в голову своего класса, и противоположного класса, и близкого класса, там, скажем, рабочий класс своей идеи, он распространяет в том числе в среде мелких городей. Мелких городей могут поддержать рабочий класс? Может, потому что это трудящиеся. Поэтому не так должен рабочий класс, его идеологи, если вы мелкие братья, мы с вами не разговариваем. Так вы изучите историю России, вы узнаете, что если не часть мелкого братья не поддержала рабочий класс, то никакой социалистической революции в России бы и не было. Правильно? Наоборот, так сказать, если рабочий класс погрязнет в буржуазных идеях, тогда шести, как это у нас было уже в 80-е годы, только в заботе о своих каких-то личных эгоистических интересах в массовом порядке, потеряет свои классовые цели и не будет бороться за свои интересы, потеряет свое государство, но тогда он потеряет и власть. Поэтому вот здесь причина того переворота контрреволюционного, который совершился в России и который совершался в течение длительного переходного периода. С 1961 года, когда уже на 20-м съезде было выброшено главное марксизме идеи диктатуры из программы партии. И до 1991 года, когда уже вполне утвердился двукратный строй в России. Сколько прошло лет? 30 лет. То есть строительство социализма в России заняло 18 лет примерно. Да, с 17 по 35-36. Ну и 19 лет. А уничтожение социализма, то есть переходный период от социализма к капитализму, ну, вот, исчисляется 30 годами. Вот, добавлено. Мы должны констатировать с вами как историки. Как историки мы наблюдаем эту классовую борьбу и должны через призму классовой борьбы рассматривать ход современной истории. Потому что иначе мы, если мы не будем это брать во внимание, то мы ничего не поймем о том, что происходит.
И сегодня мы должны разбираться, вот эти идеи соответствуют интересам рабочего класса, эти идеи противоположны. И мы должны видеть там такие даже мелкие идеи, которые на вид кажутся вот такой соответствующим интересам рабочего класса. На самом деле они выразили. Ну, говорят, давайте деньги вам до зарплаты будем давать. Видите, сейчас распределились конторы, которые дают деньги до зарплаты. Вот какой процент они дают, вы знаете? Большой. А? Большой. Ну, какой большой? Ну, может быть, 200. В расчете на годовой 700%. 700? 700 по 700, да. 700 по 700%. Это, так сказать, неплохо. Неплохо. Но это говорит так, мы вам поможем. Мы вам поможем. Как они вам помогают? Они говорят, что при нам дадим 10 тысяч, это 10-20 первый раз, первый взнос. Через месяц дадите вам 10 тысяч до зарплаты дадим, а вы в конце месяца 20 принесете. Кто кому помог? Второй месяц мы вам дадим 20, в конце месяца принесете 30. И так дальше каждый месяц. 20 даем, 30 приносите. Мы вас финансируем. Вы их финансируете, они вас финансируют. Понятно. То есть вот мы должны во всех вот идеях, какие есть, видите, мы разбираться должны, какому классу эта идея выгодна. Не просто говорить, она плохая или хорошая. Как сказать, кому плохая, а кому хорошая. Понятно. Спасибо за внимание. Спасибо.